Всем привет! Добро пожаловать на очень вкусный канал. Сегодня готовлю нежнейшие и сочные куриные котлеты на пару. Накормить малыша — сложная задача. Котлеты из куриного фарша, приготовленные по этому рецепту, это идеальный выбор. Главное, приготовление блюда не отнимет у вас много времени. Также можно наделать заготовки и заморозить. Это очень удобно. Для приготовления нам понадобится филе куриное, хлеб белый, молоко, морковь, лук, желток и соль. Хлеб замачиваю в молоке на 10 минут, после чего отжимаю с хлеба молоко. Лук нарезаю мелко. Морковь тру на мелкой терке. Я заранее помыла и обсушила куриное филе. Теперь удаляю пленки и жир и нарезаю мелким кубиком. Куриное филе нарезаю мелко для того, чтобы было удобнее его измельчать блендером. Закладываю часть куриного филе в чашу блендера. Сюда же кладу лук и хлеб, предварительно замоченный в молоке, и измельчаю. Если вы используете мясорубку, установите самую мелкую сетку и пропустите мясо с луком дважды. В фарш добавляю морковь, желток, соль по вкусу. Тщательно все перемешиваю до однородной консистенции. И отбиваю фарш для того, чтобы он не рассыпался. Белок я не кладу в куриные котлеты, так как они потом получаются сухими и невкусными. Чтобы фарш не прилипал к рукам, смачиваю руки в холодной воде. И таким вот способом формирую котлетки. Из данного количества ингредиентов у меня получилось 16 небольших котлеток. Часть котлет я заморозила, а часть приготовила. Котлеты на пару готовлю в мультиварке 30 минут. Также, конечно, кто любит жареные котлеты, можете поджарить или, например, запечь в духовке. Получается тоже очень вкусно. Если вам понравился видеорецепт, ставьте лайки. Пишите об этом в комментариях, а также подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые рецепты. Всем спасибо за просмотр и приятного всем аппетита!